Привет всем! Вы на канале Леонардо? The American Boy. Куда мы приехали? Мы приехали в один из самых огромных, наверное, самый большой парк в городе, в столице Сакраменто. And what we're gonna do, Аня? Все наша большая семья собралась. Как мы уже знаем, к нам приехала тетя с Москвы. И все наши братья, 9 братьев и сестер, все собрали. So, ladies and gentlemen, let's go take pictures. BMW. Какая? Где BMW? Где? У BMW. Вот и вот. Побежали. Привет. Закат солнца просто обалдительный. Вот так поставь. Одну руку. Итак, дядя Валя, профессиональный фотограф, фотографирует. Валика на 50 миллиметров камеру. Like it. Is it good? Челси, вау, it's so good. It is good. Вот, на тебе, заслужил. Дядя Костя, покажите, на чем вы играете. Не маленькая гитара для вашего возраста? Нет. Классно звучит. Лео, ты умеешь уже на ней? Нет. Лео, какую ты песню знаешь? What song do you know? О, ты нашел гольфовский мячик? Это $2 штучка стоит. Так что забирайте, играйте. Гольфбол. О, смотри, Лео, девочка маленькая Милана. Жанна. Вау, Лео подарил цветочки, ромашки Милане. Милана, смотри. Мы еще ждем пару людей, которые являются Андрюша, Давид, Аня и родители наши. Через несколько секунд, я надеюсь, они будут уже здесь. Ты что, хочешь спрятаться, да? Ты спрятался? Ку-ку. Хорошо, отлично. Все, это пойдет. Поехали. Леочка, зайка, иди сюда. Леочка. А ну, отдай соску, Лео. Отдай соску. Молодец. Друзья, вы видели самую нежную траву в мире? Ты самая нежная трава. Становись, Лео. Лео, как тебе трава? Это не трава. А что это? Это, я не знаю, это не трава. Это настоящая трава. Но. Почувствуйте, друзья. Это самая гольфовская трава. О, все братья. Иди сюда, зайка. Не мешай. And we're back. Trying to catch Leonardo. Мы пытаемся словить Леонардо, а он неуловимый гонщик. Скажи, land park. Land? Если вы еще не были сюда, добро пожаловать. Великолепно. The best park, I think, in capital of California. На этой ноте скажи всем, друзья, subscribe, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Репортер David Kor. Как называется ваш YouTube? David Kor, K-O-R. Thank you. He's the best basketball player in the world. Yes, man. Yeah, you can say.